Всем привет зрителям, подписчикам канала. Это обзор у меня находок. В общем, я тут съездил на свалку. Была у меня тут прямая трансляция. Там качество плохое получилось. Ну что я там нашел? Куча вот этого мусора. Вот этот DVD-шник сразу в одном месте нашел. Вот эту вот приставку DVB-T2. Так, еще какой-то из них DVD-шник, то ли я не помню, или вот это было. Вот это, по-моему, был вместе с этим в одной кухе. И потом там, значит, начинался уже дождь расходиться. Я еще немножко походил. Еще там DVD-шники 1, 2, 3. И сигвам на лжишки. Вот, он взял на запчасти, попробуй проверить. Вот. В итоге, раз, два, три, четыре, пять DVD-шек. Спутниковый приемник, телекарта. И DVB-T2 приставка. Вот это я уже открывал, надо конденсатор поменять. Пылесос LG мешковый, мотор исправный, лифтер работает. В комплекте все, что нужно, есть. Мотор рабочий, не знаю, может, я его мотор из него возьму или что-то. Посмотрю, будет видно там. И также еще две игровых приставки. У нас Симба разбитая. Я их собираю для товарища, который занимается ими. И вот Сега абсолютно одинаковый. И вот такой мини-музыкальный центр. Вот только на разбор. Я вот так по-быстрому забросил. Ну, еще было там несколько телевизионных плат, которые поломаны, там куски, и я их еще все в порядке. Вот такой вот обзор находок. Да. Походило где-то минимум там минут 20-25, и так что еще дальше. Дождь не дал походить, стал расходиться, и пришлось покинуть свалку. Вот такой вот. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи в эфире.